Итак, ребята, всем привет! Это канал Илья One. Меня зовут Илья. Я продолжаю делать обзоры на журнал Тачки. И сегодня у меня 5-й выпуск за 2017 год. Такой вот очень офигительный машинкой Mac. Давайте мы его раскроем. Вот. Могу сказать, что это у меня уже первый Mac в коллекции. Точнее, он уже, конечно, давным-давно выходил. Я его очень сильно хотел. Думал, он перевыпустится. И вот он перевыпускался, как я хотел. И вот я вам показываю. Эта машинка выходила во втором выпуске 2015 года. Потом он появлялся в втором выпуске 2016 года. И потом где-то там видел тоже в 11 выпуске 2016 года. У меня его никак не удавалось его приобрести. Вот, и наконец-то я его приобрел. Думал, он еще раз перевыпустится. И, конечно же, обложка на самом деле другая. Точнее, картонка. Вот, как вы помните, обычно картонки тогда бывали такие вот прямоугольные, а здесь они как бы с вырезком. Вот таким. Вот, это Mac из тачек 1. Сейчас объясню почему. Главное, во второй части у Мака было написано как у молнии Маккуина. То есть тут кубок поршня. Вот. А здесь просто Mac. И еще самое главное, то что кепка у него во второй части была полностью красная, а здесь она как бы белая. То есть это Mac из тачек 1. Значит, вот такая вот машинка. Очень прикольная. К сожалению, он без трейлера. Было бы круто, если был бы еще и трейлер. Но, к сожалению, тут нету специальной такой штуки. Оно специально сделано. А то бы хотелось нормально открыть. Вот, давайте мы его сейчас сравним такими машинками, которые у меня есть. Вот. Например, длинный автобус Эммануэл. Видите? Он все-таки намного длиннее. Вот. Какую еще можно тачку сравнить? Вот, например, сержант Хайгер. Сейчас посмотрим, кто выше. Видите? Видимо, сержант Хайгер самая высокая машинка из всей коллекции тачек. Из-за своей кепки. Вот. Ну и напоследок могу еще сравнить с огненным мейтером. Вот он. Хоть он и нам немного длиннее, но они вроде бы как одинаковые по размеру, если, конечно, считать спойлер. Значит, вот такая вот была крутая машинка в этом выпуске. Ну что ж, теперь давайте перейдем к журналу. Значит, здесь у нас Мигель Камино и Льюис Хэмилтон. «Гони во весь дух» называется журнал. Называется «Крутые комиксы», «Самые быстрые машины». Вот. И, кстати, мне кажется, что вот эти Мигель и Льюис — любимые гонщики одного из моих подписчиков и друзей канала Reverse Cars and Lego. Напиши мне в комментариях, если это реально твои любимые гонщики, если я тебя правильно отыскал. Ну что ж, открываем. Здесь у нас новый мультик, точнее новый сериал «Хранитель Лев», то есть тут надо найти правильную тень Кайона. Вот, а справа у нас содержание. Готов ли ты к гонкам с журналом «Тачки»? Конечно, я готов. Вот, здесь у нас молния Маккуин из второй, из первой части. Вот. Дальше у нас рассказывается про Мигеля Камино. Вот, это мой тоже самый любимый гонщик из всех. Ну что ж, давайте я вам приближу, чтобы вы могли прочитать историю.
Вот. И здесь также история Тореадор, гонщик-новичок и колоритный друг. И здесь нужно найти такой же остров Испании. Точную копию. Вот, дальше у нас игры на всех парах. То есть здесь у нас, наконец-то, карбоновые гонщики. Здесь у нас Рауль за руль, Макс Шнель и Трип Обгонецкий. Вот, тут надо сложить примеры и посчитать, сколько секунд. И у кого секунд будет меньше, тот и выиграл. Вот, и здесь нужно расставить скорость спидометра. То есть от самой низкой, от самой маленькой скорости до самой большой. Вот, дальше у нас идет комикс. Максимальное ускорение. Вот здесь у нас молния Маккуин, Гвидо тут у нас, и еще есть огненный метр, который, кстати, у меня есть. Вот он, как вы знаете. Вот. Но ему здесь зачем-то делают спереди большие колеса, а не сзади. Даже можете сейчас сравнить, видите? У него спереди большие колеса. А спереди, сзади маленькие. Тут все наоборот. Видимо, это специально сделали для того, чтобы мэтр поехал задком. Как вы знаете, он же любит кататься задом наперед, я думаю, с этой целью. А молния как бы переживал и думал, что он не проедет и метра. Вот, и видимо тут, смотрите, вот тут, кажется, перепутали. Вот эти слова... Я лучший ездок задком должен говорить не молния Маккуин, а именно мэтр, потому что, как вы видите, он вообще у нас самый нормальный. Так, слишком ярко, мне этого не надо. Не падай. Так, дальше у нас игры «Бравый пожарный». То есть здесь у нас шланг. Видимо, назвали в честь реально пожарного шланга. Тут надо сложить его по кусочкам. И слева, точнее справа, тут написано, сделан такой вот лабиринтик. Вот, надо пройти от старта к финишу. Вот. Дальше у нас раскраска всегда второй. То есть здесь у нас Чико Хиггс, его надо разукрасить. И также Кингс Чикон. Вот. И, кстати, Чика почему-то тут нету номер, а номер должен быть 86. Как-то случайно, наверное. Наверное, забыли или что. Ну да ладно. Ладно. Вот дальше такой вот очень крутой плакат. Это, к сожалению, он без названия. На нем присутствует такой вот Макс Шнель, Мигель Камино и молния Маккуин и Рауль за руль. Вот, как вы знаете, молния Маккуин и Макс Шнель у меня есть. Вот, я вот хотел приобрести еще карбонового Мигеля, но у меня его почему-то не получается купить. Вот, и кстати, что меня удивило, у молнии Маккуина написано снизу все по-русски, кубок поршня. Очень интересно, потому что в других журналах все время писали вот по-английски. Дальше у нас мир тачек, факты, крутые машины, то есть здесь у нас рассказывается про разные виды машин, то есть смотрите, тут Формула-1, ралли, кузовные гонки и серии гонки на серийных автомобилях. Формула-1 выглядит как Франческо Бернулли, раллийные машины как Рауль за руль, а кузовные гонки и гонки на серийных автомобилях это как NASCAR. Вот. И здесь надо найти, кому эта тень принадлежит. Ну, конечно, вот этой машине точно. Вот, дальше у нас игры «Гонка в большом городе». Здесь у нас молния Маккуин, Франческо Бернулли, Найджел,
всюду дороги, Рауль за руль и Мигель Камин. Вот. Тут такая настольная игра, то есть с помощью переворотов можно узнать, в какую сторону пойти. Я так думаю, что это так. Вот дальше у нас комикс «Славная победа». Здесь у нас вот вернули вот эти, такой вот комикс, как, знаете, как будто кадры из какой-нибудь книжки вырезаны. Вот, это действительно так. Потому что для комикса взяты кадры из книги «Королева красоты». Вот, я читал такую. И тут сюжет немножко другой. Вот. Это комикс с заданиями. Тут надо посчитать, сколько здесь машин, кроме молнии и Салли. Здесь у нас появляется машина Кэндис, как ее зовут. Вот. И здесь у нас Чико Хикс получается, потому что уже по усам вижу, что если его соединить по точкам, то получается Чико. Вот. Это, кстати, из игры Cars Race Aurama. Ну, кто, наверное, играл, тот, наверное, поймет. Вот. Потому что тут молния в необычном костюме. Тут надо составить, собрать картинку. И тут, конечно, происходит гонка. Вот. Ну, конечно, как всегда, гонщики не любят, когда... когда их соперники выигрывают. Вот, но слава богу, видимо, Салли подговорила вот этих фотографов, и они решили ослепить Кэндис вот от загара. Точнее, не от загара, а вот чтобы Кэндис, наверное, не смогла выиграть или что. Тут надо найти, какое лицо у Молнии Маккуин. Ну, конечно же, счастливая. Вот, и под конец молния, как всегда, выигрывает. Дальше у нас игры. Готовы? Поехали! Здесь у нас Франческо Бернулли и задание с ними. Тут надо его соединить по точкам и разукрасить. Тут надо собрать слово. Но я знаю, что это слово Формула-1. И тут типа как судоку. Очень интересное задание. Вот, дальше у нас... поделка. Вот, дальше у нас поделка автопазл, то есть можно вырезать вот эту страницу и собрать пазл такой. Ну, я, конечно, это не буду делать. И тут, кстати, у нас синенький Рамон, как я вижу. Вот, и, кстати, мне вот эта картинка «Победа или проигрыш» напомнил один плакат из одного журнала. По-моему, это было в 5-м выпуске 2016 года. Вот. Напишите мне в комментариях, если я правильно указал номер журнала, в котором такая картинка уже была. Вот. Дальше у нас идут рисунки читателей. Вот я приближусь. Вот. Здесь у нас подписка на журнал «Тачки». Вот. Тут у нас ответы и решения. Фишки и кубик. И, конечно, новый журнал в продаже с 25 мая 2017 года. Яркое лето в Радиатор Спрингс. И в следующем выпуске говорится про Рамона. Ну, это отпечатка, потому что на самом деле журнал вышел совершенно другой. Вот, я вам потом покажу в каких-нибудь сериях. Вот. Ну что ж, вот такой вот был у нас обзор на журнал «Тачки», 5-й выпуск за 2017 год, с такой вот офигительной, но жалко, что повторной машинкой Мак. Вот, надеюсь, вам, ребята, понравилось. Ну все, ребята, это был канал Илья One, меня зовут Илья, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, всем пока-пока и удачи вам, ребята.